Влад, а вот то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, как ты можешь прокомментировать? В данный момент из той информации, которую я владею, так как я сейчас как бы не участвую в активных боевых действиях никаких, скажем так, украинская сторона стягивает по всей линии соприкосновения технику, готовится, скажем так, силовым методом решить вопрос. Наблюдаем большое присутствие, скажем, специалистов западных стран, натовских. То есть это, ну, как бы от нашей разведки тоже не уходит. Ну и вся та, как бы, истерия, которая происходит в Украине, вокруг предстоящих выборов Путина. И она говорит об одном, что Украина попытается, как бы, силой решить этот вопрос. Что касается с нашей стороны, ну, с нашей стороны мы, как бы, все 3 года не расслаблялись.